У нас с вами предпоследняя лекция. Сегодня вы узнаете про двоичные деревья поиска вот, и зачем они нужны, как их балансировать. Кратко. Значит, давайте начнем с того, как вообще хранятся деревья. Я напомню, дерево, дерево – это граф, граф, в котором нет циклов. Связанный граф, в котором нет циклов. Да, это определение было еще, когда я начинал теорию графов и вот давал основные определение. Дерево ⁇ это граф, в котором нет циклов. При этом, в принципе, существует вариант ориентированного дерева, но давайте сейчас пока его отодвинем недолго. Пока что давайте как неориентированно себе представлять. Корневое дерево ⁇ это дерево, в котором одна вершина называется корнем. Просто выделенная вершина. В этом случае корневое дерево удобно нарисовать вот таким вот образом. То есть у меня есть иерархия, вершины автоматически по своей дальности до корня становятся принадлежащими какому-то уровню. То есть у меня есть нулевой уровень, где у меня находится, собственно, корень. Нулевой уровень. Да, первый уровень, когда у меня непосредственные дочерние вершины, обратите внимание, появляется понятие дочерних вершин, то есть те, которые находятся ниже по иерархии, непосредственно связанные с данной вершиной, смежные вершины, которые по уровню иерархии дальше от на один уровень дальше от корня. Да, и есть родительская вершина, обратите внимание, родительская вершина по отношению к дочерней всегда одна, а вот дочерних может быть много. Да, ну и соответственно эти уровни, они у меня растут, растут, растут. А, максимальная длина от корня до листа, да, опять же, есть здесь понятие, что есть у нас а, вершины, которые не являются листами, да, то есть просто вершины, да, где происходит, можно сказать, ветвление. Да, и есть листы, на которых уже нет дочерних вершин, то есть как бы оконечные вершины. Понятно, да? Ну, можно, кстати, себе представить дерево, в котором корень является, корень является листом. В том смысле, что у него нет никаких дочерних да вершин. Вот, пожалуйста, примитивное дерево. Является ли пустой граф деревом, это отдельно важный вопрос. По определению, нет. Не является деревом. Почему? А потому что а можно ли сказать, что этот граф связанный? Ну, каждое, не, ну, в принципе, наверное, можно. Вот есть три определения дерева, я вам давал, да? Но последнее определение, где количество вершин и количество ребер, да, потому что у нас количество вершин равно количеству ребер плюс один. Естественным образом возникает, да, вот одна вершина, это дерево, да, чтобы подключить еще одну вершину, мы тратим одно ребро, да, чтобы подключить еще одну вершину, мы тратим еще одно ребро. И таким образом у нас количество вершин всегда чуть-чуть меньше количества ребер. О, больше количества ребер на одну. Понятно? А 0 вершин, 0 ребер, оно третьему определению не соответствует. Оно как бы не дерево. Это сказывается в частности на структуре данных, которая называется дерево. И пустое двоичное дерево поиска обрабатывается как бы отдельно. То есть в момента, когда появляется корень, там уже все более-менее однородно и одинаково. Вот, когда его еще нету, это вот, приходится обрабатывать отдельно. То есть структура данных дерева, она существует в пустым состоянии. Ладно. Вот это, это корневое дерево. Но оно не бинарное. Что значит бинарное или двоичное? Одно и то же. Да, двоичное дерево. Оно обязательно корневое. Это корневое дерево. Корневое дерево, где у каждой вершины, да, у любой вершины, да, не более двух дочерних. Я не буду сейчас пытаться формально ввести понятие дочерни. Я уже произнес, что это все смежные вершины, которые на один уровень дальше от корня. Так, кстати, высота дерева, что такое? H, высота дерева. Это количество ребер, максимальное количество ребер от корня до листа. Понятно? H, высота дерева, максимальное количество ребер от корня до листа. В этом смысле, кстати, тоже интересно, что для дерева, когда там только корень, а там высота 0. А если совсем нет корня, то непонятно, как вообще, не определено понятие это. Понятно? То есть это важный момент, да, то есть для... Вот. Ладно, поехали дальше двоичное дерево. Но самыми интересными оказываются двоичные деревья поиска. Оказывается, давайте перед тем, как я их веду, я еще промежуточный шажочек сделаю. Оказывается, по порядок, вот это дерево, еще раз говорю, не двоичное. Как его сделать двоичным? Ну, придется что-то выкинуть. Давайте выкинем, вот, например, эту вершину, и тогда у меня у каждой вершины не более двух, то есть вот здесь две дочерних, у этой две дочерних, да, у этих по нулю, у этой две, у этой одна, у этой две. Это нормально, что одна, ничего страшного, это вполне подходит. Но дальше возникает вот какой вопрос. А важен ли порядок дочерних вершин для данной вершины? Не, ну понятно, одна родительская, она всегда есть, кроме корня. У корня ее нет. У всех остальных есть родительская. А у рядовых вершин, скажем так, этого двоичного дерева, у них важна последовательность дочерних вершин или нет? Мне их как хранить, эти дочерние вершины? В списке или в множестве? Ясна, да, логика? То есть они отличаются, вот это и вот этой вершины, или изоморфизм полный? То есть меня вот взял их, перевернул. Ну и понятно, я их сейчас там не буду буквы расставлять, но фактически, ну ладно, даже расставлю, да, пусть это А, это Б. Вот мне важно, как они, в каком последовательности идут или нет. Соответственно, дерево, в котором эта последовательность важна, оно будет называться упорядоченным деревом. Упорядоченное корневое дерево. Ну, кстати, упорядоченным может быть не обязательно двоичное корневое дерево. Любое корневое дерево может быть либо упорядоченным, либо неупорядоченным. Упорядоченное корневое дерево. Понятно, да, о чем речь? То есть это значит, что последовательность, то есть порядок, порядок дочерних вершин, порядок дочерних имеет значение. До черних, ну я напишу важен. Итак, сейчас я буду говорить о двоичном упорядоченном корневом дереве. Понятно? Порядок важен. И вершины у меня будут у каждой вершины левая или правая. Причем более того, даже у меня возможно существование правой при отсутствии левой. То есть они будут прям вот четко либо левая, либо правая. Ясно? Итак, давайте с вами сразу перейдем к попытке практически реализовать двоичное дерево поиска. Так будет легче. При этом, значит, двоичное, я сразу заголовок дам. Двоичное дерево поиска. Двоичное дерево поиска. У него есть главное свойство. У каждой вершины есть ключ. То есть это структура, двоичное дерево поиска, это тоже не просто абстрактное, ну дерево, дерево мы обсуждаем, там графы, нет. Двоичное дерево поиска, да, ну давайте я не знаю, назову его там 2DP, чтобы не повторять заголовок, тире, это уже структура данных. Она организована по принципу вот того-того, да, но в ней в каждой вершине хранится некоторая информация. Да? Что она хранит? Хранящая да, в вершинах. Что? Некоторые элементы. Ну как массив является структурой данных хранящие элементы. Список односвязный, да, односвязанный, двусвязанный. Там неважно, что он там, да, хэш-таблица, она что? Она хранит элементы. Вот и здесь хранящие в вершинах элементы, содержащие ключ. Ключ. Этот самый ключ – это очень важная штука, и к нему есть требования. Вот этот самый ключ должен, соответственно, принадлежать множеству потенциальных ключей из этого множества. И это множество должно быть упорядоченным. То есть два ключа да, соответственно, при этом К при этом на множестве k есть операция сравнимости. Я имею в виду следующее, что я могу ключ К1 сравнить с ключом К2. Более того, это не значит, что просто определена вот такая операция. Я напоминаю, для множеств, для множеств такая операция определена. То есть, есть операция, она в питоне определена как то, что у нас одна штука является под множеством другого. Но для множеств там как срабатывает, что у меня, например, А может являться под множеством Б, да? А, нет, там как получается, что у меня может не быть этой упорядоченности, что это ложно, да? И вот это тоже ложно. И b меньше а тоже ложь. Для множества это нормальная ситуация, когда у меня два множества вот так вот, ни одно под множество, ни другое. Да? А мне вот это не подходит ситуация. Мне нужно так, чтобы всегда либо одно было меньше другого, либо другое, соответственно, то есть я знак меняю, и оно работает. Их можно упорядочить в конечном счете. То есть это в математике это есть определение для таких множеств. Я не помню название не готов назвать. Но очень важно, чтобы оно можно было линейно упорядочить по возрастанию, эти ключи. Ясно? И только два совпадающих ключа равнялись друг другу. Понятно? Не то, что они там, у них нормы совпадают, не, а именно вот если уж они равны, то это один и тот же ключ. Ясно? Если это все верно, а это, конечно, верно, например, для чисел, для вещественных, для обычных чисел, для комплексных не верно, вот, то, пожалуйста, что можно делать? Давайте я сразу покажу. Да, я еще один раз еще одну вещь скажу: что элемент, хранимый элемент содержит ключ. Он не обязательно тождественен ключу. То есть можно себе представить, что там хранятся пары, ключ и значение как это было, например, в хэш-таблице. Там были ключи, и хранимое значение тоже можно рядом с ключом хранить. Правда? Ну, помните хэш-таблицу? Да? Мы по, по ключу вычисляли хэш и, соответственно, индекс в таблице. Да? А здесь, соответственно, сейчас увидите. Но я пока что для демонстрации напишу последовательность чисел, которые буду закладывать по принципу двоичного дерева поиска, вот, значит, давайте числа введем какие-нибудь. Например, 7, 7, 3, 9, 5, 4, 1, 2, 8. Сейчас еще что-нибудь впишем. 6, там, 10, 9. А, 9 было уже что еще там, не знаю, 12. Это последовательность чисел, которые будут поступать на вход, и мне надо внести их в мою структуру данных. У двоичного дерева поиска, как у структуры данных, есть недревесное состояние, пустое, когда никого нету. Тогда, когда мне нужно добавить первый элемент, он просто становится корнем и все. То есть дерево началось, можно так сказать, да, с того, что у меня появился корень. Сейчас двоичное дерево поиска будет без всякой балансировки, заодно вы поймете, что такое, для чего она потом будет понадобиться. Что я говорю? Вот я вставил, собственно, этот элемент в корень моего двоичного дерева поиска. Тройка. Тройка меньше семерки, поэтому она отправляется Представьте себе, что я набираю штат кафедры информатики. Ну, или новой кафедры, знаете, откроем кафедру квантовых исследований, неважно чего. И вот я первый, кто должен? Первый, кто пришел на эту кафедру, кого нашли, он становится заведующим кафедрой. Понятно? Принцип только два подчиненных: один левый, другой правый. Соответственно, смотрим: если по значению число, которое добавляемое оно меньше, то оно идет в качестве левого элемента. Понятно? Я немножко так вот полевее его еще нарисую. Левый дочерний элемент. Отлично, эти два вошли, да, эти два вошли. Девятка. Девятка у меня больше, чем... То есть я всегда начинаю добавлять от корня. Говорю, о, корень, но ну, корень занят. Значит, я пытаюсь куда, поскольку девятка больше семерки, то я пытаюсь именно в правую иерархию добавить эту девятку. Ну и там, поскольку никого нет, то правый зам у меня становится девяткой. Больше замов нельзя, и когда приходит добавляться пятерка, устраивается на эту вымышленную кафедру, то что она делает? Она говорит, вместо заведующего занято, занято, соответственно, сравнивается с ним, да, пятерка меньше семерки, поэтому отправляется в левую иерархию, но там тоже старший уже есть. Соответственно, куда пятерка отправляется? Правее. Так, дальше четверка. Соответственно, влево, влево, она, о, прошу прощения, влево, вправо, влево. То есть она меньше, больше, меньше. И четверка отправилась сюда. Дальше кто? Единица. Единица у меня меньше, чем 7, меньше, чем 3, и тут свободно она сюда встала. Двойка. Меньше, меньше, больше. Двойка встала вот сюда. Дальше. Восьмерка. Больше, меньше. Да, дальше. Кто у нас там? Это шестерка. Соответственно, меньше, больше, больше. И э, десятка. И двенадцать. Больше, больше. 12 больше, больше, больше. Что я получил в результате? Сейчас пока на секундочку не будем думать, как мы это храним в оперативной памяти. Пока, вот недолго. Но как-то храним и быстрый доступ к смежным вершинам. Соответственно, у меня возникает вопрос, а давайте проверим, что какое-то число в этой структуре данных и хранится. Давайте там, не знаю, есть ли в этой структуре данных число 6. Как мне это проверить? Надо пробежаться по тому же принципу, по которому я добавлял. То есть я беру и смотрю на корень, говорю, ты 6? Нет. Но 6 меньше, значит, ищ, продолжаем его искать тут. Ты 6? Нет, но 6 больше. Ты 6? Нет, но 6 больше. Ты 6? Да, я 6. Все, шестерка найдена. Понятно? То есть у меня идет цикл спуска в котором я в первую очередь спрашиваю, не равен ли ключ тому, что тут лежит. Если я добегу до самого низа и окажется, что такого числа нету, ну давайте какое-нибудь число там... Не знаю какое. 11. Ты 11, нет, ты 11, нет, ты 11, нет, ты 11, нет. Хоба, все. Есть вопрос какой-то? Время на поиск элемента, скажите, пожалуйста, чему равно? максимальное, наихудшее время на поиск элементов в двоичном дереве поиска? А? В высоте дерева оно равно, не логарифм, не надо так говорить логарифм. Но время поиска, ну или количество операций, да, оно пропорционально, да, то есть добавление элемента точно так же, как и поиск, да, или поиск происходит за время, да, Время пропорционально высоте дерева, правильно? Чем дерево выше, тем это будет хуже происходить. Если дерево у нас полное, ну или оно очень такое вот красивенькое, сбалансированное, то есть в нем на я сейчас покажу, как может получиться с теми же самыми числами. Здесь у меня все числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, Даже, даже 12 на самом деле могу выкинуть сейчас. Вот. И на первых 10 числах, собственно, показать, как, что могло бы быть. Вот эту последовательность я не случайно из головы сейчас придумал, на самом деле. А, так вот, все хорошо, потому что в дерево, в, ну, первая мысль. Все хорошо. Потому что в дерево влезает довольно много элементов. У нас в дерево высоты 1 влезает 3 элемента. То да? давайте построим табличку, в которой я напишу соответствие высоты дерева и максимальное количество элементов, которое туда влазит. Если высота 0, то влезает 1 элемент. Высота 1 влезает 3 элемента. Высота 2 влезает туда уже целых 7 элементов. Да? Ну, понятно, у тех двух еще там 4 внизу, 4 плюс 3, 7. Да? У трех 15, ну, логика понятна, да, на самом деле. У меня вот это число, которое у меня вот здесь вот возникает, некоторое k, да, а здесь у меня получается 2 в степени k плюс 1 минус 1. Количество элементов, которое влезает в полное дерево высоты h. Понятно? То есть у меня при высоте, например, 9, высота всего лишь 9, количество операций фактически будет равно. Ну ладно, количество операций на самом деле оно равно количеству уровней, включая нулевой. То есть такие на самом деле количество операций, оно будет не k, а k плюс 1. То есть оно будет просто 2 в степени k плюс 1, да, при k. В общем, ну, в общем у меня будет... Что? Что у меня количество операций, оно действительно как бы логарифм должно быть по основанию 2 от количества хранимых элементов. Да? То есть я бы вот здесь с радостью написал асимптотику О от логарифм по основанию 2 от n. Слушайте, мы знаем такую структуру данных, в которой была, была такая скорость поиска. В какой структуре данных была логарифмическая скорость поиска? Кто помнит? Массив, обычный массив, только упорядоченный. Бинарный поиск. Да, в нем поиск тоже происходил за логарифм по основанию 2 от n. Но что было минусом упорядоченного массива? Даже если мы будем, вот нам надо добавить туда элемент, даже если мы найдем место добавления при помощи бинарного поиска, то факт добавления приведет к необходимости этого сдвига, многократного, да, этого сдвига, который в худшем случае, ну, от n, да, то есть все элементы надо сдвигать фактически. Правда? Поэтому бинарный массив упорядоченный, он неплох для поиска, если у нас хранимые данные не меняются. А двоичное дерево поиска, оно круче. Оно круче потому, что оно и добавление тоже делает за вот это время. Но, но что? На самом-то деле высота дерева, а дерево не всегда вот так красиво, сбалансированно выглядит. Поверьте, это сбалансированное дерево. Я сейчас введу а, этот, определение того, что такое сбалансированное дерево, и станет понятно, почему это дерево сбалансировано. А давайте нарисуем несбалансированное дерево. Давайте добавим те же самые числа 1, 2, 3, 4, 5, только по порядку. Добавляем число 1. Оно становится кем? Корнем. Число 2 оно идет в правые подчиненные, потому что оно больше единицы. Число 3, оно идет больше, чем единица. Больше, больше, чем 2, больше. И оно попадает сюда. 4, больше, больше. 5, оно аж сюда. 6. Слушайте, что у меня получится? Я, не, ну я мог бы дописать. Да, давайте остановимся все-таки. Потому что суть-то понятна. Что получается? Время поиска числа. Я хочу найти какое-то число. проверить, что число 10 есть или отсутствует, я не знаю. Вот я хочу проверить. Вот есть структура данных. У меня есть указатель на корень. Ну, ссылка на корень. Что я делаю? Я бегу и смотрю, что напоминает нам. Ты 10? Нет, ты не 10. Ты 10? Нет, ты не 10. Ты 10? Что это напоминает? А? Что это напоминает? На что это похоже? Это похоже на башенку. А? Нет, не на массив. Потому что в массиве есть дальний порядок, я могу прыгнуть на ты элемент, а здесь я не могу. На самом деле вот эта связь, она будет организована при помощи ссылок, ну или указателей в других языках. При помощи ссылок, ссылочной моделью это будет сделано, то есть он ссылается на ту вершину, ссылается на ту, на что похоже? Ребята, это похоже на линейный поиск в односвязном списке. Ну, в принципе, можно сказать, что на линейный поиск в массиве. То есть я тупо перебираю по элементам. Ты 10, ты не 10. А, ну, печально. Ты 10, ты не... Ну, ой, что ж такое. Ну, давай. И по порядочку я все перебираю. То есть мне пользы от того, что это двоичное дерево поиска, вообще нет никакой. Отсюда радикальный радикальное требование. Двоичное дерево поиска, оно должно быть правильным. Но давайте сформулируем, что значит правильным. Каким именно нам должно быть, чтобы мы обладали вот этой логарифмической скоростью и поиска, и добавления нового элемента. Кстати, и удаления хорошо. Итак, балансировка. Я а, вам сразу скажу один важный момент людям иногда кажется, что чем алгоритм больше текста в себе содержит, исходного, тем он сложнее и будет, ну, естественно, дольше выполняться. Громоздкая программа, да, она будет долго выполняться. Правда? Логично? Коротенькая программа, чем меньше циклов, вот меня школьники спрашивали, эффективность на ЕГЭ в 27-й задачке, они говорят, это значит, что нельзя вложенные циклы Говорю, ну как вам мелкие палки объяснить? Но ну, есть алгоритм сортировки дурака, в нем один цикл while, никаких вложенных циклов нет. Помните, да, там, где он все время возвращается к началу, как только одну перестановку совершил. Но на этом одном цикле он делает n в кубе операций. То есть дело не в этом. И очень часто для того, чтобы реализовать какую-то классную структуру данных, в которой будут хорошая асимптотика операций, добавление элемента, удаление элемента, поиска, нам требуется не один алгоритм, а прям вот и тут примочки, и тут и балансировочка, и балансировочка так, и удаление элемента так, чтобы с балансировкой. И эта балансировка конкретно двоичное дерево поиска. И вот эти балансировки они делаются не просто. Идеи балансировок не так сложны. Я вам две идеи скажу, но реально их реализовать, вот сесть и реализовать. И это, вы знаете, это такой маленький проект, то есть нужно сесть внимательно, проверить на тестовых случаях, на пустом дереве, на таком, на таком, когда вершина является листом, когда она не является листом, там, искомая, например, или удаляемая, когда она является листом слева, когда она является листом справа. В общем, всякие есть тонкие случаи, и на написании структуры данных двоичное дерево поиска студенты, когда с них это требуется, они много сломали копий и очень много там есть вот трудностей. Насколько я понимаю, у вас не будет этого требования, вот вы не будете его реализовывать, но знать вы про это должны, потому что эта структура данных, она живая, действующая, и у нее хорошая асимптотика, если сбалансировано дерево. Если не сбалансировано, то бессмысленно им пользоваться. Всегда случится такая ситуация, что вы, ну как, ну как вы будете добавлять элементы? Представьте себе, что вы закладываете в двоичное дерево поиска арифметическую прогрессию. Она именно так и будет добавляться. Она будет всегда несбалансирована у вас, понимаете? Давайте одну важную вещь перед тем, как я про балансировку скажу. Очень важно понимать, что как бы дерево поиска двоичное не выглядело, его проекция как бы, да, то есть вот есть вот последовательность хранения, если я буду как бы вот так вот слева направо просматривать, она всегда будет упорядоченной. Давайте посмотрим на вот этого монстра и как бы спроецируем его вниз. Да, видите? Видите, да? Двоичное дерево поиска, в отличие от хэш-таблицы, является упорядоченной структурой данных. Если мне из хэш-таблицы скажут, в хэш-таблице там прекрасная асимптотика добавления o от единицы, буквально раз индекс вычислил магически через хэш-функцию да, и впихнул, ну и, вероятно, коллизии не будет. Поэтому, ну, если есть коллизия, ну ничего, одна случилась, мы второй раз и запихнули, да, или сдвинули в соседний положили то есть но а, при этом а, получающаяся структура данных не упорядочена полный беспорядок понимаете там наоборот именно беспорядок и хорош она unordered, а двоичное дерево поиска она упорядоченные структуры. То есть они и в быстром поиске хранятся, и при этом они еще... То есть как только нам нужно их выдать, распечатать на экране по порядку, там, по возрастанию или по в любой момент мы готовы это сделать. За время ОАТМ, то есть сколько хранится, вот за это время мы и пробежимся. Да? Ясно? Чуть тишина слишком большая. Понятно? Так, хорошо. Итак, Соответственно, для того, чтобы отбалансировать двоичное дерево поиска, мне надо его перестроить. То есть вот эту иерархию, вот в частности, вот ту иерархию, которая там, мне надо будет перестроить, то есть переназначить кого-то начальником, заведующим кафедрой, кто-то там будет заместителями слева, справа. Все это сделать по-другому. В результате я должен что сделать? Уменьшить высоту. Да, чтобы они были более плотно напиханы, что расстояние от заведующего кафедры до конечного преподавателя, да, или там условно от президента до там самого последнего чиновника, оно было минимальным. Ясно? Максимально плотная упаковка. Вот. Итак, значит, давайте с вами начнем с определения балансировки. Дерево является сбалансированным. сбалансированно. Если для каждой вершины, включая, естественно, корень, для каждой вершины высота его левого и правого поддеревьев деревьев ее, точнее, да, ее вершины левого и правого под деревьев под деревьев речь понятна, да, как бы у каждой вершины есть левая иерархия, правая иерархия, правильно, да? Под деревьев отличается не более чем на единицу. Вот она главная суть, от чего надо отталкиваться. Теперь давайте с вами посмотрим вначале на хорошее двоичное дерево поиска. И я нарисую на нем вот эту разбалансировку нарисую при помощи стрелочек. Если у меня вершины высоты левого и правого поддеревьев деревьев равны, то я буду рисовать стрелочку вверх. Типа человечек на нем стоит, может человечка рисовать, человечка рисовать будет веселее. Человечек, он стоит устойчиво, и все прекрасно у этого человечка. Да? Вот. Кстати, обратите внимание, а у, этого, у этой вершины вообще есть под деревья? у, них, у нее нету под деревьев. Но в случае, когда мы обсуждаем балансировку, именно в этот момент удобно сказать, а давайте считать, мы же уже перешли от чистых графов к структуре данных двоичного дерева поиска. Да? А, в этом случае не, удобно изменить представление о высоте и сказать, а давайте считать, что если у дерева только корня вообще нет, то это ноль, а когда у него есть корень, то это один. Таким образом, у этой вершины под деревьев нет, поэтому я могу считать, что здесь и здесь у меня пустые под деревья, имеющие высоту 0 в модифицированном смысле понятия высота дерева. Понятно? То есть я буду считать, что l и HR в данном случае равны нулю. Я для этого буду использовать, чтобы отличать высоту в смысле теории графов H большое, а высоту в смысле для Баланс сбалансированного дерева, h маленькое. И вот у меня есть h, l, да, h, и оно равно HR. ну и равно нулю в данном случае. Ясно? Здесь все прекрасно, тоже у меня эта вершинка сбалансирована, да, эта вершинка, у нее высота левого 1, высота правого 1, в модифицированном представлении, как я уже объяснил, да, Количе в смысле количества уровней. Здесь у меня человечек стоит ровно. Давайте тут посмотрим. Здесь у меня вершина сбалансирована. Здесь вершина сбалансирована, человечек стоит ровно. Здесь вершина сбалансирована, человечек стоит ровно. Здесь вершина сбалансирована, человечек стоит ровно. А вот здесь у меня высота левого 0, высота правого 1 для вот этой вершины. Количество уровней, да? Соответственно, у меня что получается? Я беру и говорю, а, у меня человечек как бы наклонился вправо. Но это, как знаете, как на склоне. Еще можно стоять. Не очень да, ровненько, но можно стоять. Да? У этой вершины высота левого 2, высота правого 2. Здесь все в порядке. У этого высота левого 3, высота правого 2. Два уровня. Соответственно, у меня этот человечек вот здесь вот принаклонился влево. Но ничего страшного, опять же. Ничего страшного. На единичку можно рассогласование высот левого правого под дерево. Поэтому вот это дерево у меня что? Сбалансировано. Понятно? Я не буду этого доказывать. Но для сбалансированного дерева поиска асимптотика, оно, конечно, не является полным деревом. Да? То есть чисто теоретически можно было бы плотнее упаковать, как-то этих вот заставить. Но на самом деле у меня же не всегда реально точно 2 в степени h. Ну, 2 в степени там, h плюс 1, да? Или h в этом смысле маленькая. Не всегда же такое количество вершин туда закладывается, правда? То есть у меня бывает реально необходимо 11 вершин там. 7 вершин, ну 7, ладно, 7 как раз ровно укладывается, не знаю там. 33 вершины загнать. Но оно не ложится ни в 31, а да, в 63, соответственно, там ну, ну никак вот полностью не сбалансируешь, Чуть-чуть будет разбаланс. Но это нормально. А симптотика от этого не падает существенно. А тут, что у меня получается, у меня только вот этот вот товарищ, да, все остальные у меня завалены. Да, а здесь у меня уже что? Здесь уже у меня фактически катастрофа. Ну все. А дальше уже я даже рисовать не буду. То есть у меня вот здесь вот рассогласование на 2. Да? То есть HR2, а там 0. Что мне для этого требуется сделать? Давайте вначале то есть, воевать с двоичным деревом, когда оно уже разбалансировано на ухнарь, уже очень сложно. Надо вылавливать момент, когда нужно балансировать вовремя. Значит, как-то вот, опа, Тут надо что-то подправить, и мы его подправляем. Итак, а, но ну, тем не менее, давайте сейчас посмотрим, а что бы мы сделали вот вот с имеющимися вершинами? Я бы взял и сказал, троечку надо поднять вверх, да? Ей надо назначить левого и правого. Кого назначить в качестве левого из вот этих двух? Учтите, я не могу менять их местами никогда, иначе я нарушу последовательность вот этого, да, вот, упорядоченность двоичного дерева поиска. Я могу только их поднимать и опускать, ну и, соответственно, иерархически назначать, то есть на какой там уровень она подчинена будет, да. На самом деле мне все равно, кого я тут назначу, потому что у них одинаково. Вот если бы у меня было число 0 еще, то я бы сказал, тогда единичку лучше. Если бы у меня было число 2,5, тогда я бы двоечку лучше поднял. А так все равно. Здесь мне, очевидно, лучше пятерку вытащить в качестве повелителя, да, а четверка и шестерка... Поднимаются, соответственно, вот сюда и попадают в ее подчиненные. В результате я добиваюсь того, что у меня высота фактически в модифицированном смысле 3. Да, ну а в оригинальном смысле 2. Ясно? Так, теперь давайте с вами посмотрим, какие бывают простейшие элементы этой балансировки, когда пошла разбалансировка. И давайте я озвучу, какие есть два основных алгоритма этих двоичных деревьев поиска. Это так называемое AVL дерево и красно-черное двоичное дерево поиска. Двоичное дерево поиска. Это два разных алгоритма. Так, сейчас одну секундочку. Что мы должны усвоить сейчас? Малый левый, малый правый, большой левый, большой правый повороты. У нас пока время еще успеет немножко протечь. Что-нибудь мы сейчас сотрем. Что-нибудь мы сотрем. Давайте я сделаю так. Я сотру определение. Вот это. И правую часть. А дерево я как раз оставлю. И человечки мне как раз важны. Я сейчас возьму и добавлю сюда какое-нибудь интересное число. Например, число... Но если я добавлю число 0 вот в это дерево, то ничего плохого не случится. У меня разбалансировка случается за счет чего? Что у меня добавился какой-то элемент или удалить надо какой-то элемент? Это тоже, кстати, интересный момент, как правильно удалять, так чтобы не возрастала слишком сильно высота. Давайте добавим сюда число... Сейчас придется какое-нибудь полуторное, наверное, число добавлять. Ну, давайте добавим число 2,5. Добавим число 2,5. Что у меня получается? 2,5 меньше, меньше, больше, больше. И я по в начале добавляю это число вот сюда. 2.5, оно у меня встает вот сюда. Да? Это 2, 2,5. Понятно? И перевычисляю дисбаланс для всех вершин перевычисляю их дисбаланс, то есть переподсчитываю высоты левых и правых под деревьев. Соответственно, что у меня произошло? Для этой вершины, естественно, что у меня все, у нее нет дочерних, для нее все в порядке, а у этой пошел дисбаланс. Но дисбаланс разумный, в плюс один. Я могу, на самом деле, человечка, который вправо наклоняет, то есть этот баланс 0, вот это положение плюс 1, а вот это это плюс два. Вот плюс-минус, это минус 1, да, это тоже допустимо, а минус 2 недопустимо. Что у меня получилось? У меня получилось, что этот человечек, что завалился вот так вот, еще упадет. Ну, в смысле того, что все, это уже вот эта катастрофа. Катастрофа именно вот тут произошла. А потому что вот для этого человека пока все более-менее, он завалился слегка на бок. Но в целом ничего страшного, то есть именно по этой вершине, у нас возник дисбаланс плюс 2. Да? То есть у нас вот здесь вот накрен... мы накренены в сторону плюс 2 дисбаланс в сторону правого под дерево. Что мы должны сделать? Мы должны осуществить в данном случае... Сейчас как он называется? По-моему, это называется малый левый поворот. К сожалению, я их не это. Малый левый поворот. В этом случае у меня есть некоторая вершина, некоторая вершина, в которой есть ключик вот такой. Да? У нее есть левое под дерево. На самом деле это здесь его нет. Вполне возможна ситуация, что тут есть не пустое левое под дерево. Поэтому я, по идее, должен его там нарисовать. Его вот так вот могу нарисовать. У меня есть вершина, Правая с ключиком К2, и есть, соответственно, вершина вот К3, которая там, К3. Соответственно, у К2 на самом деле вполне может быть левое поддерево, не пустое. Просто в данной конкретной ситуации сейчас получилось, что ну, нету, да, оно, у меня дисбаланс, само дерево, которое рисует достаточно маленькое. Вот, сейчас, когда у нас будет дисбаланс повыше, вы это увидите, когда будут под деревья у каждой из вершин. Но оно там может вполне быть. Да? И вот добавилось вот сюда, у меня у этой вершины К3 тоже есть, соответственно, и левая и правая под дерево. Просто до добавления сюда у меня вот это дерево и, соответственно, вот это плюс вот эти давали мне по количеству, по высоте, были они ну, примерно одинаковые. И тут у меня получилось вот здесь вот дисбаланс, вот как я человечком нарисовал, вот такой. Как мне выровнять эти, как мне выровнять эти высоты? Мне надо К2 поднять в начальнике к 2 надо поднять в начальнике. Да? Ну или давайте, вот я, я напишу. Его поднять, а этого понизить. При этом у меня произойдет передача э, ответственности за вот это под дерево. И за вот это под... А, прошу прощения, нет, вот это под дерево остается на месте. Оно не трогается. Это не трогается. В принципе, даже мало поворот можно было бы рисовать без отрисовки этого К3. Можно было просто здесь махнуть и сказать, что тут правое под дерево есть. Просто оно выросло на единичку, высота его выросла, из-за этого надо делать перебалансировку. У меня две вершины вот так вот меняются местами. Значит, что у меня получается? А это под дерево передается вот этому товарищу. Давайте я отрисую новую ситуацию. То есть от вот этого вот мы переходим к состоянию... Да, и есть, естественно, что старший начальник там над ними, да? С которым тоже поменяется взаимоотношение, потому что его подчиненный теперь меняется. Мы переходим к ситуации, когда К2 сверху, К1 слева. У меня есть под деревья, я их назову буковками А, Б. Ну и все-таки я, пожалуй, К3, наверное, устраню и нарисую здесь под дерево С. Соответственно, у меня что произойдет? У меня. Под дерево А остается в левом подчинении у К1. Под дерево Б передается К1. И под дерево С остается за К2. Понятно? Малый левый поворот. Почему левый, ребята? Потому что, чтобы человечек не упал, мне его надо что сделать? Вернуть влево. Что в результате получается? Я у к, а, да, это возникло в каком случае? Когда дисбаланс у меня произошел за счет того, что Hc выросла на единичку, то есть оно выросло и тем самым стало что? У меня Hc больше, чем Hb на единичку, да, и больше, соответственно, чем HA на единичку. Ну, самое главное, что Hc в итоге больше, чем HA на единичку, да? Hc равно HA плюс 1. Правильно? Это было проблемой. Давайте взглянем еще раз вот сюда. Да? То есть у меня высота правого под дерево вот этого товарища стала равна единице. Да? А здесь левое под дерево имеет высоту 0. Вот оно, да, H. C стало, еди... ну и учитывая, что вот еще плюс вот этот, получается разница уже в 2. И вот подъем вот этого вот товарища вверх приводит к тому, что у меня под дерево А уезжает сюда. В результате суммарная высота левого под дерево для вот этого товарища, она какой становится? Она равна HA плюс 1, правильно? То есть вот это вот, вот, вот все под дерево, включая эту вершину, да, вот это вот все становится высоты HA. Плюс 1. А у этого товарища HC оно как раз и равно HA плюс 1. То есть, у меня у этой вершины идеально баланс становится. Ясно? У этой вершины у меня э, какой баланс происходит? У меня HA и HB. Но HB у меня как раз отличался, э, он не был больше, чем HC. То есть он был. А учитывая, что HC вырос, то HB не больше, чем HA. То она тоже идеально сбалансирована. Но может быть немножко закошена влево, ничего страшного если HB маленькая. Понятно? Это малый левый поворот. Из-за отсутствия времени я не буду вам показывать малый правый поворот. Полностью аналогичная ситуация. Понятно, да? Ох ты ж, я думаю, что мне не, я не очень удачно сейчас сделал добавление, потому что для того, чтобы показать необходимость еще одного вида поворота, мне нужно было не туда добавлять элемент все-таки. Мне надо было, я поменяю, я же волен, да? Или давайте я нарисую еще. О, давайте вот здесь нарисуем. Я сейчас возьму и добавлю вот сюда. М -м, немножко числа, наверное, надо поменять. Давайте, давайте вот здесь вот поменяем. Это будет у меня число не 5, а, например, 10. Э, давайте 9. Это 3, 9. 10, а вот здесь у меня будет. Э, давайте 7, здесь будет 8. Да, и вот сюда добавляется у меня. Так, а слева у меня пока что будет только 1. Не, мне хоть и хотелось бы, наверное, чтобы там что-то тоже было. Сейчас, одну секундочку, 1, 2, 0 добавляем сюда. Я уберу теперь определение. Значит, что у меня получается? Я добавляю. Сейчас у меня дисбаланс у этой вершинки вот такой, правильно? То есть у меня плюс один, еще не падаем. Соответственно, я беру и добавляю сюда 5. Смотрим, дисбаланс... А, сейчас одну секундочку, вот сюда, для того, чтобы все было окей, мне надо добавить еще 11, давайте, чтобы именно дисбаланс там наступал. То есть у меня что? Здесь норм, здесь чуть-чуть закос, здесь ну немножко закос, но в принципе нормально, да? Восьмерка она как бы вот удерживает сюда, да? Здесь два, здесь один, все нормально. Здесь три, здесь два, тоже все более-менее нормально, правильно? Более-менее нормально. Но я смотрю, что у меня вот у этой вершины произошел полный закос вправо, то есть у меня правое под дерево вот здесь вот стало иметь высоту 4, а здесь 2. 4 против 2. В этом случае мне недостаточно поднять вот эту вершину. Знаете почему? Давайте посмотрим на количество их этих под... Даже дайте, что, двойку сотруд здесь. Потому что это же еще не дисбаланс. Здесь же нет дисбаланса еще окончательного. Да? И здесь вроде еще не чтобы сейчас была полная симметрия, вот давайте попробуем сейчас взять и сделать балансировку методом левого поворота, делаем левый поворот, тройку понизим, девятку поднимем, тройку понижаем, да, ну естественно единичка и ноль понижаются вместе с ней, да, это ее левое поддерево, да, что у меня девятку повышаем, да. тройка это будет ее теперь подчиненный, то она была его подчиненным, а тут я говорю теперь она подчиненный, да а семерка передаю сюда. Ну как? Что получилось? Баланс не наступил. Ну потому что дерево, прямо оно симметричное. Проблема в том, что у меня центральное дерево, у меня есть левое, правое и центральное фактически деревья, да, вот здесь вот. И проблема в том, что это центральное дерево, именно из-за него проблема, оно слишком высокое. Не краевое дерево завалило нам всю ситуацию, да? а центральное дерево кому-то не передай, оно перетягивает, соответственно, на себя. В этом случае делается а, либо большой правый поворот, либо большой левый поворот, в зависимости от. Вот в данном случае мне надо сделать большой левый поворот. Он фактически состоит из а, двух малых поворотов. Мне нужно приподнять вот это левый, а потом правый поворот. Поэтому большой левый поворот – это лево-правый поворот. О, oh, сейчас прошу, прошу. Это большой, это большой правый. Это большой правый поворот, потому что мне вот этот, сейчас я переместил, у меня сейчас он заваливается налево. Понятно? Еще раз. Получается, что у меня есть большой правый поворот. Ну, так уж получилось, что там был левый, а тут правый. Большой правый поворот. Он состоит в комбинации левого поворота и правого в комбинации я малого левого и малого правого. И малого правого. Задача в том, чтобы я подчиненного разросшегося отдела, ну, можете себе представить, что это внутри, как сказать, иерархическая структура, у меня возникло дерево, в котором разрослось множество там подчиненных, вот и разросся, и что мне нужно сделать? Да, взять этого товарища и поставить его общим начальником, именно так это дело решится. Я беру и говорю, тебя я поднимаю вверх, естественно, что при этом, вот сейчас давайте этот, малый левый, да, малый левый, тройка отправляется в подчиненные к семерке. Естественно, что среднее дерево передается теперь тройке. Да, то есть, это шестерка с пятеркой передались тройке в качестве подчиненных. Логично, да? И у меня семерка становится подчиненным. Это не решает сейчас проблемы пока что. Ну, потому, ну видно, да, пока ничего не решилось. У меня пока продолжается завал на девятке налево. Но я сделал какую-то там перетасовку. А теперь я семерку протаскиваю. То есть я делаю вот здесь малый правый поворот. То есть среди этих трех вершин, да, которые располагались вот так, так, так. Сейчас одну секундочку. Раз, два, три. И тут было левое под дерево. Здесь и левое и правое. Здесь правое. Назовем эти деревья А. Б, C, Д. Так вот, моя главная задача – вытащить этого товарища наверх. Ясно? И переделегировать их иерархии так, чтобы они попали к тем подчиненным. Это можно и говорю, делать как комбинацию. В принципе, можно сразу его туда нарисовать. То есть задача в том, что эта вершинка, номер ее надо написать, 1. Я их слева направо напишу, 1, 2, 3. И вершинка Вершинка 2 поднимается вверх. Единичка слева, тройка справа. Вопрос теперь, куда деревья рассунуть. Но, ну, естественно, раз двойка становится мега крутым начальником над бывшим начальником, да, из двойного подчинения, да, он попадает сразу в начальник их всех. Это близ вытащил. Так вот, что в результате, а эти товарищи, они возглавляют свой левый отдел, как и было, да, и забирает у него правые его левое под дерево становится правым под деревом единички. У тройки, соответственно, что у меня под дерево c отправляется туда, а d остается то, которое ему подчинялось справа, оно там же и остается. Вы увидели это, да? Вот в результате, давайте, вот тут мы, нам не хватает вот эти две вершины поменять местами. То есть я семерку. Я напоминаю, что у двоичного дерева поиска оно не меняет порядка, то есть все, все эти вещи, они незаметны для внешнего наблюдателя. Структура данных как была упорядочена, так и остается упорядоченной. Балансировка просто перегруппируя вот их подчиненность, она обеспечивает минимизацию высоты, а значит и скорости. И поэтому ее важно делать все время, как чистить зубы каждый день. Вот так и балансировку нужно делать всегда сразу, как только нашлась вершина, у которой пошел дисбаланс. Так, ладно, что-то у меня было, тройка... Ой, прошу прощения. Девятка и семерка, правильно? Девятку я делаю подчиненной, а семерку поднимаю вверх. При этом у меня правое под дерево семерки переходит в левое под дерево девятки. Внимание, смотрим. Все окей? Класс? Это все классно, пока Тимофей Федорович рисует на доске. Вот, а, потому что здесь все понятно, ну, то есть это можно нарисовать, как веселые картинки, в которых эти под деревья, а теперь, внимание, это очень сложно программируется, именно из-за мелочей, когда нужно аккуратно отследить, что все ссылки, правильно, вот эти вот делегирования, это под дерево ушло, как левая ссылка туда, это как правая ссылка туда. И не забыть, что теперь, у, там же есть еще старший-старший начальник, которому все эти подчиняются. Мега-пэрент. Этот мега парент он поменял теперь, у него теперь дочерним станет двоечка, а не троечка. Понимаете? А у этого должен как parent быть ссылка на пэрента, которая будет указывать на того. У них у всех меняются left, right и parent. Пора чуть-чуть э, программного кода, потому что пока что я еще раз все рассказал, говорит, все это хорошо, замечательно. Вопрос: а как это дело хранить эффективно в памяти компьютера? как это хранить в памяти компьютера, как, как выглядит эта структура данных, чем мы должны пользоваться, чтобы это работало. Вот фишка, фишка двоичного дерева поиска в том, что оно не требует массива, и оно ну как бы самостийная, полностью самостоятельная структура данных, организуется она на указателях в языке C++ или в Питоне на ссылках. То есть у меня именно есть объекты вот такие вот сложные звенья, которые друг с другом завязаны. То есть вот это каждая из вот этих вот штук, она как в односвязном или двувязном списке. Это вот вот такая штуковина. Что она из себя представляет? Вот звено двоичного дерева поиска. Это объект. Ну, если это чистый C какой-нибудь, то там это, конечно, будет просто запись, ну то есть структура, да, struct, в которой будет объединено несколько элементов. Я его нарисую вот так. У меня есть ключ запятая value. При этом value меня сейчас не интересует. Про ключ я сказал, что для ключа очень важна упорядоченность, чтобы можно было ключи, они имели все один, один и тот же тип, их можно было сравнивать больше-меньше равно. Да, а value абсолютно любая. И value можно менять, а ключи просто так менять нельзя. Ну, потому что изменение ключа, как и в хэш-таблице, это значит, что, извините, нужно по сути удалить элемент и вставить его с новым ключом. То есть просто так, конечно, взять и поменять ключ у хранимого элемента нельзя потому что ключ определяет его местоположение в структуре данных. И три указателя. Этот указатель будет указывать на какого-то parent. То есть это указатель, ну или на питоне ссылка, да, указатель left, ссылка на левый объект, и right. В ситуации, когда у меня левого или правого, или у корня parent не существует, то я что буду там хранить в этой ссылке? None. В C это будет 0 в PTR. То есть смысл в том, что просто у меня указать на, на никуда специализированно. А если там есть, тогда левт указывает на что? Левт указывает на аналогичный объект, в котором хранится ключ значение и три указателя, ну или три ссылки, в которых parent указывает обратно на тот объект вот этого. Да? И мне, как и помните, двусвязный список. И там очень важно было, чтобы у меня левый и правый да, друг на друга указывали не было ошибки, что тут указывает на этого как на правого, а этот на этого как на левого не указывает. То есть важна согласованность этой структуры данных, то есть самих хранимых данных между собой. Понятно? Данные имеют структуру. Вот. И вот здесь вот это поддерживается тем, что эти указатели должны указывать друг на друга вот так вот. Ну и, соответственно, а допустим, у этого может вполне не быть. То есть если эта вершина является листочком, то у нее там указатели null PTR. Да? Давайте теперь наконец-таки я елки-палки напишу нод. Хотя бы я класс успею написать, и на этом, наверное, на сегодня закончим. Класс звено, класс ноуд. Что в нем должно быть? Вот я сказал, как они должны быть. Да? Соответственно, у меня необходимо инициализировать сразу же с ключом и значением. То есть мне нужно знать и ключ и значение, keyvalue. И фактически мне достаточно, создавая звено изолированное, пока не вставленное в дерево, мне достаточно просто в self себе закинуть key. Да, self key равно key. self value я к себе в атрибуты закидываю. Да, value создаю себе равно value. Да, left и right. self left, но когда я создаю новое звено, я его еще не подвязал в дерево, то очевидно, что self-left у него будет равен нану, да, и остальные тоже у него будет self-right. Right будет равен нану. И self.parent тоже у него будет равен нану. Вот. Ну а дальше возникает вопрос, как а, организовать класс дерева, потому что понятное дело, что за структуру, согласованную структуру этих звеньев должен отвечать отдельный класс. То есть сам, сам вот класс, отвечающий только за звено, он не, за это не должен отвечать. Да, нужно создать по-хорошему класс дерева. Но я думаю, что это дело, уже буду рассказывать, видимо, не я, в следующий раз, то есть описание самого класса дерева и элементы балансировки. Но эм, я бы, вы знаете, не хотел тратить излишне много вашего интеллектуального усилия под реальную реализацию вот этих вот балансировок, ну, потому что, вы знаете, я попробовал сделать это сам. Я нашел и посмотрел на реализацию АВЛ-дерева на питоне. Я делал это когда-то на C++. И я вам скажу, ну, просто там с самим тестированием с этими тонкостями, там реально просто замучиться. Очень много таких мелких ошибок. И думание про указатели. Это прокачивает мозг, но это слишком сложно. Поэтому я надеюсь, что вас преподаватели лабораторных это дело не заставят делать. И вы сейчас благополучно сдадите свои курсовые проекты. Не торопитесь, еще один важный момент организационный. В этом году мы, наверное, не сможем организовать вот глобальную сдачу, групп целых 10 штук. Не будет, мы же не экзамен в конце концов делаем. Это все-таки зачет всего лишь. Естественно, что в нем будет учтено, учтена ваша работа в семестре, и э, массированной общей сдачи не будет. Вы будете сдавать где-то по группам, где-то преподаватели смогут организоваться, чтобы помочь друг другу. То есть они там, ну, потому что одному принять теоретический зачет сразу у всей группы сложно. Я надеюсь, что у многих из вас или хотя бы у части из тех, кто ходит на лекции, есть какой-то курсовой проект, который вы защитите и получите свой автомат. Вот такую возможность мы обсудили, и решили, что в этом году сама возможность автомата будет. Кто получает 9-10, наверняка уйдут без теоретического зачета. Но вы в любом случае готовьтесь. Билеты я выложу в ближайшее время, они будут лежать как лабораторная работа на сайте. Можете посмотреть на билеты прошлого года, они лежат у нас есть, знаете, да, подчеркивание 2016 прошлогодние билеты, но они будут чуть-чуть другие. Я где-то тему ослаблю, чуть-чуть по-другому читал, где-то что-то, может быть, добавлю. Я с вами прощаюсь, к сожалению. Кому-то я приду на зачет в группу, возможно. Так что с кем-то увидимся, но в целом я с вами прощаюсь. Возможно, до встречи в следующем учебном году на лекциях. До свидания.